Новые возможности, передовые технологии, актуальные предложения и, конечно, встречи с деловыми партнерами. Все это на огромной площади традиционной международной выставки IBC-2018. 15 залов, более 1700 экспонентов здесь, в Амстердаме, в выставочном центре РАИ, представлены компании-лидеры мирового уровня. Ведь IBC-2018 – это крупнейшая европейская площадка для налаживания связи и отношений с поставщиками и клиентами. От идеи до воплощения. Здесь, на выставке IBC-2018, компании мирового уровня представляют свою продукцию и разработки в сфере телекоммуникаций и спутниковых технологий. По традиции принимает участие в выставке и российский оператор компания «Газпром Космические системы», чей телепорт расположен в городе Щелково. Для оператора космической связи «Газпром Космические системы» участие в IBC-2018 уже не просто традиция, а определенное условие устойчивого развития. Присутствие на выставке во многом позволяет определить правильный вектор дальнейшего развития. Представители российской компании провели ряд встреч, которые позволят расширить сотрудничество в сфере спутниковой связи и развить международный бизнес компании. На форуме специалисты российского оператора представили новый мощный космический аппарат «Ямал-601», который вскоре планово заменит спутник «Ямал-202». Сегодня на этой выставке, кроме услуг на спутниках нашей группировки, мы также и рекламируем услуги на спутнике «Ямал-601», который мы планируем запустить в марте следующего года. Ресурс спутников «Ямал» используется для оказания услуг в сотни стран мира. Среди многочисленных клиентов – компании, развивающие телевизионный бизнес. На IBC-2018 сотрудники «Газпром Космические системы» провели целую серию важных переговоров, которые укрепили доверие со стороны партнеров и клиентов компании и дали новый импульс ее международному бизнесу. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».